Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по роялю, и я наконец-то приблизился к той планке, где я буду сегодня находиться, наконец-то, я надеюсь, в мастер второго ранга, то есть на 5200 кубков. Мне нужно, грубо говоря, 24 кубка, то есть 2 победных катки, 34 кубка, я извиняюсь. Вот, за одну атаку мне, естественно, столько кубков не дадут, и я уже подошел к той грани, где мне оставалось 6 кубков, блин, и я сливаюсь, победа, слив, ничья, победа, слив, и тупо мне одну игру остается, я не могу никак войти. Надеюсь, сейчас в онлайне войду в эту лигу, вы поставите лайк этому ролику. И, кстати, я поменял колоду, играю вот этой декой с кладбищем, взял ее у ютубера GMFTG, посмотрел парочку его повторов, мотив деки понял, и знаете, взял, никогда не играл этой колодой, взял, и мне получилось, дошел до 5200, и надеюсь, теперь не будет кукарекать, что я играю с коргигантом, жаловались, что у меня прокачка хорошая, коргигантом скилл не нужен, начал спорить с одними бенцилы, что я могу и другой декой сыграть, предложил кладбище, он говорит, с кладбищем тоже руки не нужны, нужно играть только с хогом, то есть по его логике нужно играть только теми картами, которыми считают эти псевдотащеры. В общем, ладно, это я зря затронул эту тему, буду все равно играть тем, чем мне по душе. У меня есть еще вот такая дека с Райл Гигантом, тоже неплохо заходит, но ее я покажу в следующих выпусках. В общем, сегодня я буду играть с кладбищем и надеюсь зайду. У меня прокачка более-менее, я сегодня апнул кладбище на 3 уровень, купил в магазине 2 карты, потратил, конечно, много золота, но кладбище 3 уровня, ну, реально, более-менее тащит. Единственный минус то, что у меня печка 9 левела, а она не наносит урон по 12 вышкам. 12 вышки здесь практически каждый бой подбираются. Это единственный минус. Впрочем, дека классная. В общем, ребят, мне нужно выиграть 2 катки, и как войду я в мастер 2 ранга, надеюсь, мастер лигу 2, моя цель будет это 5500 кубков. Надеюсь, зайду, надеюсь, вы поддержите. И я, в принципе, готов, ребят, и погнали в онлайн-атаку. Подбирается мне 12 уровень, который уже находится в этой лиге. Плохо, конечно, моя печка не будет наносить урон по вышкам. Так, у меня сейчас несколько вариантов. Можно подкопить много эликсира. Ага, хорошо, это элитки. Давайте сделаем вот так. Так, отлично. Мы задефались, но в атаку я перейти не смогу с такими-то хитпоинтами в моих юнитах. Причем он еще и бревном их добил в конце. Не знаю, ребят, не знаю, как поступить. Можно громовержец плюс кладбище, но это не сильно эффективно. Ну давайте попробуем. Мало ли, прокнет. Давайте, бросаем громовержца. Так, он в ответ тоже нам громовержца выбрасывает. И, в принципе, урон прошел. Незначительный, хотя нет, почему незначительный? Смотрите, еще скелетики выходят, и пол вышки мы сносим. Ну, это хорошо, это результат неплохой, в принципе. Так, я думаю, сманить мегаминьона, хотя нет. Знаете, мы поставим печку, блин, криво поставил, ужасно криво. Ну ладно, надеюсь, мы мегаминьон не нанесет урон по печке, нет, отлично. Так, я предполагаю, что он может сейчас элиток выбросить справа. А, это ролл-гигант. Блин, ну против ролл-гиганта, ребят, сложно элитных варваров. Вот как назло мне подбираются те колоды, против которых мне сложнее всего играть. Но еще и вышибало, но это просто, это, ох. Лучше бы я сейчас пошел справа, пропушил вышку, мне кажется. Ладно, будем сейчас пытаться задефаться. Так, хорошо. Гигант почти мертв уже, давайте здесь бревно подкинем. Так, хорошо, отлично. Ну, в принципе, получил я урона не так уж и много. Блин, вот это я зря скелетиков слил, мне сейчас элиток нечем будет отвлекать. Не знаю, почему я это сделал. Так, давайте здесь рыцарь и снова гигант. Давайте поставим печку. Здесь выбросим лучниц. Блин, вот вышибало остался жив. Вот это плохо. Я бы кинул сейчас бревно, но не хочу тратить. Не хочу тратить, потому что я его и так убью. Потому что вот еще второй вышибало идет. Блин, ну он так будет меня постоянно сейчас сжать, и я ничего не смогу сделать. Давайте здесь и так, бревно. Здесь скелетики за один эликсир. Блин, хитрец какой. Давайте здесь еще одного громовержца. Найс. Мы задефались, но я никак не могу перейти в атаку. Я все трачу на деф. А он просто подкидывает все подряд за гигантом. И, блин, я поставил сейчас печку так, что гиганта можно выбросить сразу у реки, но он выбросил его не так. Поэтому сейчас попытаюсь в атаку пройти. Блин. Давайте здесь лучниц. И готовим кладбище выбрасывать. Блин. Плохо я выбросил кладбище, давайте здесь poison. Хоть какой-то урон нанесу ему наконец-то, а то вроде бы немного у него хитпоинтов осталось у вышки. Отлично, остается 900 хп, ну за заход можно снести, в принципе, если постараться. Я просто трачу рыцаря постоянно на деф и не могу, я его использую постоянно как танка.
Так, давайте здесь громовержца. Надеюсь, он отлично. Он поставил выше баллу не у моста, поэтому смотрите, сейчас у меня все получится. Я надеюсь. Здесь poison. Отлично, отлично. Урон идет, идет. Давайте еще бревно. Так, 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 отлично. Сколько остается хп? Остается 250 хитпоинтов, ребята. Это poison и это бревно одно. Я надеюсь, я успею. Надеюсь, успею. Так, хорошо. Вот у меня уже есть poison. Бросаю poison. И бросаю бревно. Отлично, ребята, это победа. Потная катка. Ну, я победил. По идее, его колода должна меня контрить. Но он просто... Ладно, не буду ничего говорить. Один кубок, ребята, один... Это смешно. Один кубок, и меня сейчас как назло, я проиграю. Я уже не знаю, какой раз пытаюсь записать этот ролик. В общем, до этого мне 6 кубков не хватало, сейчас один кубок. Ладно, ребята, готов, погнали. Надеюсь, не подберется какой-то простенький 11 уровень. Блин, хорошо, печка будет наносить урон по его вышкам. Но, блин, 11 уровень, значит, хорошо играет, если сидит так высоко. Что ж, я смело могу поставить сейчас печку. И наблюдать за его действиями. Посмотрю заодно, какая у него колода. Блин, это голем. Это голем. И это, ребята, плохо. Но меня радует то, что он без сборщика его выбросил. То есть он сейчас, по идее, должен быть без эликсира. А бревна, как назло, у меня нет. Ну ладно, оставлю все так, как есть. В принципе, урон прошел неплохой. Давайте здесь скелетиков. Здесь лучниц. Бревно, безусловно, на гоблинов. Так, хорошо. Блин, голем не агрится на... печку, к сожалению. Так. Отлично. Мы сейчас сможем снова пойти в атаку, если он там поставит сборщик какой-то или еще что-нибудь. Так. Еще печка у меня осталась жива. В принципе, неплохо. Так, у него колдун. Ну, хорошо то, что не палач хотя бы. Так, он его выбросил слева, поэтому ему сейчас нечем будет дефаться. Ну, по идее, мне так кажется. Ага, у него еще орда миньонов. Неплохо, неплохо. Буду теперь знать. Я бы, конечно, мог сейчас poison подкинуть, но уже, мне кажется, поздно. Давайте поставим печку, не буду тратить громовержца, оставлю его на голема. Отлично, с легкостью убиваем миньонов, вообще на изи. Так, а что бы выбросить теперь? У меня кладбище очень далеко. Я не знаю, poison бросать на... Да, брошу poison на сборщик, потому что, ну, лишний эликсир не хочу давать противнику. Пока все идет хорошо, но это голем, на удвоенном эликсире будет сложно. Так, он решил его поставить справа, поэтому мы пойдем слева. Готовлю бревно на случай армии скелетов. Нет, он не выбрасывает армию скелетов. Ладно, тогда мы... Смотрите, просто, неужели я снесу вышку? Да, да, я снес вышку, круто. Давайте здесь лучниц. Вау, у него тоже кладбище. Неожиданно для меня. Здесь рыцарь. Давайте здесь бревно. В принципе, я должен победить. Но у меня уже там, смотрите, 500 хитпоинтов осталось. Точнее, не у меня, а у него. Я, по идее, должен выиграть. Давайте сразу лучниц бросаем. Сразу кладбище, чтобы добить вышку наконец-то. Так, здесь мы poison. Отлично. Ну, изич какой-то подобрался. Серьезно, неужели я зайду сейчас в мастер второго? Потому что до этого были потные очень катки. Осталось 143 хитпоинта, ребята, и да, это победа, скорее всего. Почему у меня так мало хитпоинтов слева? Так. Ну там poison и яд. И все, и вышка моя. Ребят, 7 секунд, да, неужели я победил, наконец-то, блин, с какого раза? Ребят, было потно, ну вот эта последняя катка, я бы не сказал, что она потная, их достаточно странная колода моего противника, плюс 32 кубка. Итак, смотрим. Да, 5200. Обязательно влепите лайк, потому что я очень долго к этому шел. И я не думал, что я зайду на 5200. Моя цель была 4900. 5200 это так, знаете, как мечта какая-то была. Ну вот, я вошел. И теперь, конечно же, цель 5500. В принципе, я думаю, все реально. Все зависит от вашей поддержки. Я могу эту рубрику продолжать. Записывать разные онлайн-атаки на своем аккаунте. Показать разные колоды. Что я хочу сказать? Хочу сказать спасибо GamFTG за эту деку, потому что благодаря ему я этой декой более-менее начал играть. Вот этой декой с Реал Гигантом, ну, 5000 максимум. Дальше не могу вообще. Вот остановился и все. Слился до 4500 вообще было. И вот этой декой я взял и на изичах, по-моему, 600 кубков поднял. То есть, ну, реально, спасибо ему за колоду. Я знаю, что не он ее составил, взял у топа. Но благодаря его онлайн-атакам там и прочим
примером, как играть этой декой, меня, я понял, как, что, где выбрасывать, как, что контрить. Ну и, в принципе, у меня получилось. Вот результаты. Я надеюсь, теперь не будет никто жаловаться, что играю с Ролл-Гигантом. С кладбищем играю, все хорошо. Хогом не могу, потому что он у меня 8 уровня. Как будет 9, естественно, буду еще с Хогом пытаться. Что ж, на этом буду прощаться, ребят. Следующая цель 5500. Ставьте лайки, чтобы вам тоже везло, чтобы всегда побеждали. Я желаю, ребятам, удачи, удачных сражений. Всем до новых встреч и всем, ребята, пока.